Зачем машина? Я тебе говорю, сам доеду. Мне велик надо тащить. Правда, только мало чего осталось, сиденье оторвало. По словам молодого человека, велосипед он не покупал, забрал за долги и очень им гордился. Как выяснилось, напрасно. Теперь, вероятнее всего, придется покупать новый. Мы шли с другом и смотрим, что-то как раз гаишники подъезжали, и вот скорая подъехала. И мальчишку увидели, велосипед прям вообще разбит очень сильно. И посмотрели, голова перевернута и вся рука что-то как-то... Виноваты некачественные производители велосипедов, китайцы. В этот раз, видимо, пересекал, наверное, дорогу. И как тут, видите, подъем, в трамвай не успевают затормозить. И сбил, походу, напросто, и все. То есть машины другой не было. Видимо, просто зацепил и попал. Как удалось выяснить, у самого пострадавшего как такового наезда не было. В результате неожиданной поломки велосипеда он попросту упал и ударился о проезжающий трамвай. Обод подломился колеса. Я переезжал, вот, я вынужден был из-за того, что у меня подломился, пытаться удержать равновесие, отлетел туда. В результате падения парень получил травму головы, но от госпитализации отказался. Решил отправиться домой и посмотреть. Может, прежде чем тратить деньги на новый велосипед, стоит попробовать отремонтировать старый. Вдруг получится.